Короче, ребятки, как обычно, мы опять на даче, выходные. Температура у нас сегодня 30 за 30. А мы еще в такой жару жарим. Жарим крылышки. Сейчас сядем. Сейчас вечером уже на начальство, наверное, 8:30. Сейчас мы сядем спокойненько и покушаем. На улице погода обалденная. Ребятки, выходите на природу. Хороших вам выходных. Покедова. До следующей встречи. Ja, wollen wir. Wollen wir, aber muss ein bisschen warten, ne? Aber gut. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Как вы поняли, сидим мы, значит, у нас на даче или на нашем участке. Работы много, но отдыхать, ребята, тоже надо. То есть, как вы видите, может быть, даже сейчас видать, идет фронт работы, еще много чего я тут не наделал. Но все-таки планы бешеные, так скажем. Все это я сделаю постепенно, и потом в будущем мы будем сидеть именно на этом месте, где мы сейчас сидим. Это просто так, пробные посиделки, так скажем. Погода у нас сегодня великолепная, тоже, по-моему, за 30 градусов, наверное. Я даже сейчас не смотрел, потому что я уже давно сюда приехал. Вот. И я думаю, что за 30 по-любому есть, и завтра такая же погода тоже будет. Ну, как обычно, ребята, что по-быстрому. Купили вот такие вот крылышки, я только что сейчас зафарганил, то есть на гриле сделал, поджарил их. Погода великолепная, ветерка нету, вечерок, солнышко, тепло. Я же говорю, я даже, хоть иди купайся я сегодня. Вода, между прочим, ребята, чистая. Я даже сегодня был, поставил камеру, именно в воде внутри я снимал, или попытался снимать, что там находится внутри. И я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь я это тоже покажу вам. Еще я не смотрел, что там получилось, есть там рыба или нету. Но я не думаю, что это не будет вместе именно с этим видео, потому что это у нас камера совсем другая, а 4K эта камера у нас, на которой я снимал, просто на нормальной GoPro, она просто HD и все, все дела такие. Вот сидим, отдыхаем, сейчас будем пробовать мясо, хотя, в принципе, ребятка, она горяченькая, хотя, в принципе, я вам могу и так сказать, что она великолепная, а еще горячая, опа-па-па-па-па, чтобы самое, ожогов не было, видите, как мясо, ох, как хорошее, сочное скапает, смотрите, это завтра, кушать захотел, да? Отлично, Рихадин. Готовилась. Даже Рихадин лучше получилось, чем когда я сам делал. Это магазины уже готовые, маринад готовый уже. Исключительно сочный. Бляха, муха, ну горячий. Муха прилетает. Вообще, ребятки, у меня, наверное, аж по всему лицу жир, да? Да-да. Ребятки, вот так кушают поросенок. А вкуснятина, ребятки. Даже мне кто-то был написал недавно. Вчера, по-моему. Вальдемар, как ты можешь так вот снимать свою жизнь? Показывать ее, значит, всем на вид, как ты живешь. Вот я бы так бы не смог. Но я так и не хочу. Примерно такой бы комментарий. Ребятки, или тот человек, который был написал этот комментарий, объясняю. Я родился в деревне, а в деревне мы были все на виду. Прятать там нечего было. Так же самое и сейчас в моей жизни. От кого мне прятаться или что мне прятать? Я нигде ничего не нарушаю, да, никаких законов. Соблюдаю все законы. Я ни от кого не прячусь. Почему я должен стесняться это или бояться? В принципе,
как бы Германия, я живу как в большой деревне, только в которая была в Казахстане, допустим. А там тоже о нас все знали, вся деревня знала, кто ты, чей ты, с чем ты дышишь, где ты был, с кем сходился, с кем разошелся. Все знали. В принципе, не знаю, как даже на это внимание не обращаю. Вот нельзя. Видишь, я же не все показываю, ребят. Я же не все же показываю, как она есть на самом деле, да, допустим. А, но в основном, я, допустим, не стыжусь. Это моя жизнь. И я доволен, ребят, я очень доволен своей жизнью. И почему мне бы ее не показать? Я из его. Не, ну я так считаю, вообще такой комментарий такой. Ну я ценок захожу, смотрю, чтобы побалдеть. То есть он хочет посмеяться. Он, бляха-муха, такой умный. Он о себе не снимает, он такой скрытный весь. А тут Вальдемар о себе все рассказывает. И я на этом беду, я-ха-ха-хи-хи-хи-хи. Ну как это смешно. После этого просто мне к слову пришлось, ребята. Ну я говорю, что я, допустим, не стыжусь. Я не стыжусь себя, я не стыжусь моей фамилии, да, моей семьи. Оно есть, как оно есть. Конечно, я же не все рассказываю, но в основном большую часть, да, я рассказываю, я это не скрываю, потому что мне скрывать-то нечего. То я как-то об этом даже и не думал. А теперь пора, наверное, хотя бы задуматься, да? Пора, наверное, задуматься. Ребятки, просто видео будет такое коротенькое, просто я хотел показать, что мы тоже, у нас выходные, в суббота. Я был раньше приехал сюда на участок, хотел кое-что сделать. Получилось так, пока я тудым-сюдым бегал, там уже Рихадик приехал с Валентиной Ивановной. Потом у меня уже настроение ничего не было работать. И мы решили быстренько сейчас погрили мясо, посидим, покушаем, отдохнем. Как раз погода такая, я говорю, великолепная. Сейчас под вечер уже, сейчас не знаю, сколько времени уже, 9-8, конечно. И так хорошо, ребятки, как хорошо. Особенно если вы делаете речушка, ветерок по-любому сюда. Его так не видать ветра, да? Видите, как она тянет маленько, такая свежесть. Великолепно. Все, ребятки, пока. С вами был Вальдемарко, Рихардик и Валентин Иванов. Я маленько шурюсь, потому что солнце мне как раз у глаз. Mm-hmm. Все, покеды, ребята. Всего вам всего хорошего, доброго, здоровья, удачи и так далее. Покедова, до следующей встречи. Чао-чао. Чао. А рыбок собыску, Рихардик, рыбок собыску. Мы тут рыбачим, а рыбки тут аж плавают. А как были такие маленькие мальки, они сейчас стали уже побольше. И тут прямо окушки гоняют язвы их. Видать, даже так плескается. Ой, смотри. О, поплавок. Поплавок клюет. И просто они за поплавок дергают. Du hast ein Leben, ne, Papa? Что у меня Leben, ne? Angels hier. Все. Kannst direkt hier essen. Все хорошо, Рихардик говорит, у тебя, говорит, у папы есть жизнь. А между прочим, Рихардик, к тому, чего мы сейчас мы имеем, это нужно всему к этому идти. То есть нужны стремления, нужно иметь желание. И нужны мечты, чтобы они были. Вот у меня была мечта, чтобы у меня был такой вот участок, чтобы я мог там тут рыбачить, и отдыхать, и кушать. Вот, Рихардик, с годами мечта моя сбылась. Поэтому я и говорю, мечты сбываются, просто нужно к этому стремиться. Конечно, надо, конечно, самому тоже что-то к этому делать, а не так, что сейчас сяду на балкон и буду сидеть. Хочу в лото выиграть, и лотерейку не покупаю. Да, конечно, ты хрен выиграешь. Я поэтому говорю, мечты все сбываются, но не все, но большинство мечты сбываются. Просто нужно к этому стремиться, самому нужно какое-то делать движение, делать первый шаг. Но я, Рихардик, доволен своей жизнью. Все довольны. Что, вы выросли, вы уже самостоятельные. Я уже все уже отходный, как говорят, уже отходный, это? Отходный материал уже, все уже. Сейчас сгожусь в хозяйстве, да? Все, ребятки, теперь уж точно до свидания, до следующей встречи. Мы будем кушать. Уже Валентина Ивановна тоже кушать хочет, бедная. Валентина Ивановна, сейчас я тебя накормлю, не переживай. Все, ребятки, пока. Я все это шучу, ребятки, я шучу. Сейчас мы сегодня покушаем. Все, ребятки, удачи вам всем, всего вам хорошего, доброго. Пока, давай.